Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Так, заберем награду за Лигу Мастеров Одна Звезда, а сейчас мы посмотрим. Правильно, Лига Самураев Три Звезды. Ну, это стандарт, друзья, это просто стандарт. Я, честно говоря, на своем веку не помню, чтобы мы с тобой зашли и были где-то выше Лиги Мастеров Три Звезды. Ой, Лиги Самураев Три Звезды. Постоянно нас скидывают на это значение, чего бы ты ни делал. Ладно, давай мы на это забьем, как говорится, болтец, и продолжим с тобой подниматься выше, как говорится, по ступенькам к нашей заветной точке Лиги Мастеров Три Звезды. И для этого мы с тобой взяли, ну, Эйприл, конечно, здесь не супер-пупер боец, но вот, да, Тигриный Коготь дал, как говорится, им тут дрозда, а Рафаэль, скорее всего, их добьет всех. Красавчик. Молодцы. Так, ну что, двигаемся дальше. Нам сегодня нужно мутагена немножечко поддобыть. Для чего? Для того, чтобы нам прокачать дальше Карайку. Мы ее прокачиваем. Хотя, на самом деле, мне кажется, ребята, это такое вложение, которое само себя не оправдает. То есть мы Карайку прокачали. Да, пускай по уровню она не сотого, но скиллы у нее практически все до шестого этапа прокачаны. Ну ты видел, чтобы был какой-то эффект от этого? И я вот, честно говоря, не замечаю, ребят. Как била она слабенько, так она и бьет. На добивке, да. На добивке она что-то из себя может показать, но если брать ее как отдельную единичку, именно отдельного бойца, чтобы она пошла в соло где-то биться, нет, друзья мои, в этом случае как-то она нехорошо заходит нам. Так, ну конечно, морозилка начинает, ребят, хилять. А я на Рафаэля провокацию не взял, верно же? Так, сейчас, по-моему, кому-то будет больно. Ай, Рафаэль даже не это, даже не вспотел, ребят, когда в него носорог влетел. Он просто взял, тряхнулся и лупанул его в ответку. Ну так оно и должно быть, в принципе. Но то это, ребята, и Рафаэль-провокатор, чтобы вот так вот себя вести нагло и борзо. Так, интересно, куда мы сегодня в Сёгуны Три Звезды-то попадем? Это, грубо говоря, мы с тобой целую игру тратим на то, чтобы нам вернуться с тобой в старую нашу, как говорится, лигу. Мы уже были в Лиге Мастеров. Почему я все время в Лиге Сёгунов? Да, в Лиге Сёгунов. Постоянно Лига Мастеров в голове кружится. Были? Были. Нас оттуда сняли? Сняли. Что нам надо сделать? Естественно, обратно вернуться. Памс, нормально. Слушай, вот если вот этот вот космический корабль у Леонардо космос прокачать, как ты думаешь, она будет хорошо бомбить или нет, а? Вот просто меня вот такой вот вопрос интересует. Будет ли она хорошо бомбить? Или так? Как говорится, на отвали. Было бы, конечно, было круто, если бы она бомбила, ну, хотя бы как урон от Махмана, да, с его супер-торнадо, который, не забывая, еще помимо того, что наносит урон, она еще снимает бафы, положительные бафы с противников, она снимает, это торнадо. Так что если эти ребята себе там, я вот не знаю, в случае, если, например, у них будет висеть иммунка, ну, иммунитет к заклинаниям, торнадо, оно снимет этот иммунитет? Или же просто нанесет урон, а бафы так останутся? Вопрос интересный, согласись, да? Да, вопрос интересный, только вот как его проверить? Я не знаю, а хотелось бы. Так, ну, вы, ребят, заметили, что я беру периодически соточки. Почему? Потому что, ну, здесь 55-й, там сотки, чтобы быстрее нам продвигаться. Я еще раз повторяю, мне нужно мутагена сегодня. Ну, хотя бы 1030. Но это вряд ли, наверное, мы насоберем. Хотя, как оно пойдет? Да что такое-то? Наелся лука, ё-моё, ребят, что-то. Да, у нас сейчас морозы что-то в последнее время такие давят. Тридцаточку, и как-то некомфортно чувствуешь. Что-то я тут на чеснок, на лук подсел. Потом, знаешь, ходишь как это, как вонючка, дышишь.
Главное, ребят, перед спортзалом не покушать. А то будешь там народ распугивать. А еще, если не дай бог отрыжка, то вообще, ребят, отпад. Вот, а еще если с квашеной капусточкой, ой, как хорошо пойдет ферментация у тебя в желудке. Блин. Так, ребят, у меня тут просто, смотрю на эти на часы, мне на работу сейчас идти. Осталось тут, сколько, 40 минут. Вот. И я хочу успеть отыграть эту серию. Хотя у меня уходит где-то в общей сложности 20-25 минут. Вот, на отыгрывание. Но все равно, надо еще собрать сумку, как говорится, рюкзак с едой и тому подобное. Выйти, пока дойти, ой. Но зато завтра выходной. Ребят, сегодня пришел после смены. После ночной. Употребил свой супер-пупер коктейль. И вырубился, знаешь, до скольки проспал? Ну, почти до... Почти, ребята, до полпятого. Даже до без 15:05 вечера. Офигеть, такая слабость дичайшая была. Блин, трэш. Хотя будильник ставил и на 2 часа. Ну, естественно, просыпаешься, думаешь, да ну нафиг, надо еще кимарнуть. Но я тебе скажу следующее. Если твой организм хочет поспать, ну, вот, там, лишний часок, мне, как мне кажется, ребят, не стоит, не стоит себя, если у тебя есть возможность поспать, да, нет там, ну, ты завел будильник, там, например, что-то сделать, но если ты знаешь, что эти дела можно отложить, то лучше, как по мне, кимарнуть этот часик. Он тебе во вред, как говорится, не пойдет, но организм, в общем статусе своем отдохнет. Он побольше, как говорится, парироксилует, ты его, как говорится, не будешь нагружать там, я не знаю, сразу хавчиком каким-то, чтобы он начал работать, пускай отдохнет. Он у нас так работает, ребят, 24 на 7, без остановок. Это нам кажется, что мы, что мы, если там что-то не делаем, что он не работает. Нет, нифига подобного. Он работает все свое время, так же, как и сердце, и мозг. Все время в работе. Так что, ребятушки, наш покой, как говорится, тоже стоит трудов. Так, давай мы, наверное, с тобой возьмем маузеров и за счет маузеров всех тут... Хотя нет, маузеры это слишком шикарно для них. Тут, наверное, и Ваньки хватит. А хватит ли? Вот Супер Шреддера точно хватит. А вот Ваньки, блин, я не знаю, если бы я, например, с гранатомета бомбанул бы, уронили бы мы 60 в плюс. Смотри, тут даже Супер Шреддер, ребята, не со всеми справился. Зашибись. А Ванька ты тем более. А Ванька ты тем более бы не потянул бы, друзья. Так что все правильно мы сделали. И хорошо, что у нас Микеланджело был по инициативе очень быстрый. Так, ну что, я думаю, ребята, Сёгуны 3 звезды уже нас ждут с распростертыми объятиями. Я прям вижу, как они бегут в обнимку к нам. Так, 62-й, давай, наверное, на постраховку возьмем еще Шреддера. Муха, вали отсюда. И раз, два, три, вот так вот сделаем. Вот, серию я запишу эту сейчас, а выложу, ребята, ее, наверное, уже завтра, скорее всего. Опять же, завтра планы у меня какие? Прийти после смены, кимарнуть. Ну, надеюсь, блин, не до 5 часов, а хотя бы до 12, до часу сходить в зал. Сделать еще кое-какие дела, прикупиться продуктами. А то холодильник, ребята, пустеет, а готовка, сам понимаешь. И готовку еще никто не отменял. И можно будет уже под вечернюю, как говорится, зорьку сесть и начинать уже что-нибудь записывать. Вот. Там у нас получается... Что у нас там получается, если честно? Я даже... Сейчас мы глянем. Я сейчас, ребята, в другую смену опять перехожу. Вот. И мне надо глянуть, сколько у меня получается выходных вообще. Между вот этой сменой, в которой я сейчас нахожусь. Между той, в которую я пойду опять же в ночь, друзья мои. То есть в данный момент я работаю не в своей смене. То есть я вышел с отпуска, меня попросили поработать в другой смене. Человечку нужно было отработать в моей смене весь месяц. Ну, я на это согласился. Вот, и, соответственно, с декабря месяца я возвращаюсь в свою смену. То есть отрабатываю здесь, в чужой смене. Две ночные.
И возвращаюсь уже в свою, опять же, в ночные смены. И вот мне надо кое-что глянуть. Так, Леонардо. Сейчас, подожди секундочку, наберу команду здесь. Леонардо, наверное, возьмем. Ну, давай Паукса. Вот. Для этого, ребята, у нас есть такое приложение, да, называется «Скользящий график», в котором у меня все, как говорится, забито, пробито и показано. Ну, у меня показана, правда, моя родная смена, как работает. Вот как работает. А как эта смена работает, нам и знать не надо, ребят, потому что я и так сегодня в ночь, как говорится, крайне. Ну вот, смотри, 28 число, да, сегодня? Да, 28 число, в ночь крайне. Значит, получается, 29-е. 29-е, это получается... Отцепной. 30-й выходной и 1-го в ночь. И 1-го в ночь. Очень интересно получается. Это раз, два... 2,5 дня вместо трех. 3 дня у меня всего лишь 2,5 дня выходных. Так, должно быть 28-й цепной, 29-й выходной, 30-й выходной. И только 1-го мне надо было бы в ночь. Ну что ж, ладно. Лучше, как говорится, урежем себе денек, но вернемся в свою, как говорится, родную смену. Ничего страшного не будет. Итак, вон, 3 утренних отработал. Ну, там, конечно, немножко, ребят, халявы досталось мне. Вот. Но все равно, тем не менее, ребят, расслабляться, как говорится, не будем. Слушай, мне не нравится, что-то я тут набрал какую-то команду. У них же уже с какой уровень-то? По-моему, 70-ник светит, да? Нет, пока 60-го, но все равно. Это большие риски мы сделали. Я взял только лишь Кренга и... Не, нормально все. Я что-то потом пожанул, думал, блин, если сейчас Кренга не добьет, а кто же у меня будет добивать там? Слабачки одни остались. Ну что, мы перейдем сегодня или нет? Ё-моё, 27-я позиция. Что-то как-то, как черепашки, ниндзя, ползем. Ну давай возьмем Маузера здесь. Раз, два, три, четыре. Нет, Маузеров мы не будем брать, потому что здесь уже, ребят, мы и своими силами справимся. Все-таки 75-й уровень. 70-75-й, я думаю, этого более чем достаточно сейчас. Одна только April Kunage что стоит и весит. Ну-ка. Ты посмотри, а. Но ведь по красоте, ребята, щелкает их, как орешки. 68 уровень, ну почти 70-ник, она роняет своей суператакой, своим электрическим штурмом. Друзья мои, ну а всадники Олуха будем уже завтра проходить. Я знаю, что вы мне весь чат, как говорится, забили, что там новое событие. Да, ребята, я в курсе. Я также в курсе, что и в... как она называется-то? Stick War Legacy. Там тоже, ребята, 4 новых уровня, но я не знаю, когда... Ну, попробуем завтра, наверное, поснимать. Постараемся. Потому что сейчас, ну, сам видишь, времени просто в обрез. Интересно, такой командой справимся мы? У меня большие ставки, конечно, на Усаги здесь идут. Но ты видишь сам, тут все-таки... Ну, Кирби, я думаю, сразу упадет. Я на это надеюсь. Так, да, Кирби у нас упал сразу. О, Карайка, давай добивай. А, блин, не всех. Так, Змея Карай уже добила всех. Прекрасно. Так, а день недели у нас сегодня какой? Вторник? Да, вторник, друзья. Вторничек, значит. Ну что, есть. Друзья мои, мы вернулись с вами в Лигу Мастеров. 93-я позиция, но... Укрепиться не получится. Вот в чем беда. У нас осталось тут... А у нас ничего не осталось. Это вот наш последний бой. Ну, будет у нас где-то 70-я, в лучшем случае, позиция. Это плохо. Но зато, если завтра мы зайдем, ребята, мы уже с вами, надеюсь, не будем все-таки в Лиге Самураев 3 звезды. А хотя бы там, я не знаю, Лига Самураев... Нет, не Лига Самураев. А остаться бы лучше в Лиге Сёгунов. Согласись. В Лиге Сёгунов 3 звезды. Ну, да не, в Лигу Самураев мы уже вряд ли, ребята, скатимся. Слишком хороший отрыв у нас. Так, ну что, друзья, мы давайте ежедневки тогда выполним. Пойдем. О, так мы уже, друзья мои, на финишной прямой. Я вам скажу так. Мы уже на финишной прямой, то есть уже Крэнк виднеется в соседнем здании буквально.
Мы, наверное, завтра его разнесем в щепки. Да, я думаю, завтра мы его как раз-то и разнесем. Так, минус грибок. Минус второй гриб. Ну-ка, если мы ракетой. Слушай, ну неплохо ракета бомбит. Фига он там жизнь вытягивает. Я взял майки, ребята, для того, чтобы хильнуть. Я посмотрел, а у него хила-то нету. Он не откатился еще. Плохо. А, у нас есть Дони, господи. У нас есть Донателло же. Точно, ребята, он тоже у нас неплохой хил. Давай начнем с Макмана. Плевок ему в душу. Неплохо так плюнули на пол хп. Отлично. Так, этого вырубили. Хотя можно было бы его и не трогать. Там постепенно урон бы его уничтожил бы. До свидания. Криповский, как говорится, отдуплился. Ну что же, а у нас все прекрасно. И мы двигаемся, ребята, сюда, к боссу. Ну, драться мы с ним, конечно, не будем сегодня. Будем уже завтра. Так, ну что, я пошел на задание. Друзья мои, ищем нашего Лапекса. И я помню, что мы там что-то не донашли, по-моему. Ну, во-первых, мы можем с тобой вот это улучшить. Прекрасно. Ребята, это предпоследняя ступень, шестая. И нам нужно найти 8 ящиков с инструментами. Ну, в принципе, это, я думаю, не проблема. Ящики, уж что-что, а ящики, ребята, у нас хорошо идут. Так, два уже нашли, вот там третий. Так, четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой и последний ящик. А, господи, напугали. Я думаю, что ж такое-то. А тут вот оказывается. Ну давай вот так вот сделаем. Давай сделаем так. И продолжаем. Так, навыки. Что там нам надо? А, последний ящик с инструментами, да, находим. Все, ребят, нашли. Нашли и прокачиваем до пятой ступени. До пятой ступени. И тут у нас кошка Манека. Или как это звать-то. В общем, 4 штуки нам нужно найти. Я просто смотрю, у нас так быстро с тобой эти телепорты улетают. Просто со скоростью света, друзья. Большая беда какая-то с этими кошками. Просто большая беда. Так, а что у нас там по заданиям? Что мы не выполнили? Поднять уровень персонажа. Подожди. Поднять уровень персонажа. А я разве. Фух, я разве не поднимал? Нет, я сразу, ребята, пошел скилл прокачивать. Все, я понял. Ладно, здесь заберем. Так, где же вот она, Лапекс? Что, хватит у меня? Нет, не хватает. Ну что же, тогда. Тогда первым попавшимся давай, наверное, вкачаем левелап. Ах, Рафаэль, оригинал. Так, обменяем. И уровень ему вкачаем, 62-й. Прекрасно, ребят, 62-й уровень вкачали, то есть задания все выполнили. Ну что, дорогие друзья, в принципе и все. На сегодня мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!